Продолжаем выпуск. Тех, кто всегда готов прийти на помощь, поздравили с профессиональным праздником. 8 июня в нашей стране отмечается День социального работника. Лучших сотрудников Тверской области наградили федеральными и региональными наградами. Тему продолжит наш корреспондент. В зале Тверской филармонии собрались как ветераны отрасли, так и начинающие профессионалы своего дела. Они работают в разных учреждениях региона, помогая нуждающимся. Каждый из них дарит не только время, но и часть души. Ведь на их плечи ложится большая ответственность – забота о другом человеке. Работа – это, конечно, без сомнения, она сложна, но так как мы, кто работает в социальной сфере, это люди, наверное, которые работают сердцем, которые понимают проблемы наших семей, наших детей и в любое время могут прийти на помощь и оказать ту помощь, которая им необходима. Каждый случай в любой семье, он для нас индивидуален, поэтому к любой семье, к любому несовершеннолетнему – это, естественно, индивидуальный подход. Работников социальных служб с профессиональным праздником поздравил заместитель председателя правительства Тверской области Сергей Лежников. Он передал слова благодарности от имени губернатора Игоря Рудени. Ваш ежедневный труд является одним из самых сложных и ответственных. Ежедневно вы проявляете заботу о ветеранах, пенсионерах, семьях с детьми, инвалидах, сиротах, обо всех, кто нуждается в особом внимании государства и общества. Пропуская через себя тревоги других людей, вы находите подход к каждому человеку. Проявляйте доброту, чуткость и внимание. Благодарю вас и ваших коллег за преданность нелегкому, но благородному делу. Ольга Рукавишникова работает в социальной сфере почти 25 лет. Сегодня ей вручили благодарность Министерства труда и социальной защиты России за многолетний безупречный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей. Да, социальная работа – достаточно важное направление в нашей жизни. Мы помогаем людям выжить и жить лучше, чем они жили, да, оказывая различные меры соцподдержки. Свою работу я очень люблю, мне очень нравится. Хороший коллектив. Мы все вместе работаем и пытаемся помогать населению. Не пытаемся, мы помогаем населению нашего района. Почетную грамоту губернатора Тверской области за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в сфере защиты населения вручили Светлане Хлыстовой. Она является директором комплексного центра социального обслуживания населения Кашинского городского округа. Кроме того, Светлана стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Успех года». Мой девиз по жизни – это люди, потому что дело в людях, дело в тебе. И вот как только ты относишься к людям, так и люди относятся к тебе. Поэтому вот этот профессиональный праздник сегодня, он на самом деле вот это вот воплощение того, что отношение к людям. И особенно отношение к старости, потому что забота о старшем поколении – это очень важно. В этот день также чествовали призеров и победителей областного этапа конкурса профессионального мастерства. Среди соцработников они представили лучшие идеи по уходу за пожилыми, по содействию семьям и всем, кому нужна поддержка.